Какой он? Мир глазами ребенка. Непременно яркий, красочный и по-детски наивный. Я художник, я так вижу. Отсюда и забавные марсиане, похожие на муравьев, и бравый военный с голубыми глазами, и неведомые космические дали невероятных цветов. Техника называется гротаж. Сначала мы рисовали восковыми мелками, потом наносили гуашь черный, потом царапали зубочисткой. Фестиваль изобразительного искусства «Мир глазами ребенка» проходит уже в 7-й раз, по 2 этапа – районный и городской. В этом году на конкурс было подано почти 1500 работ. Итог – 116 финалистов и 19 призеров. Все они – воспитанники детских садов Самары. Основная цель данного фестиваля, конечно же, это создание условий для развития творческих способностей детей. Работы все нестандартные, все работы креативные. И поэтому для нас ведь самое главное – стимулировать интерес детей к самовыражению. Работы победителей можно увидеть в коридорах 78-й школы. Они вызывают неподдельный интерес учащихся. Ну а дошколята из 183-го детского сада удивили нашу съемочную группу своей поделкой. Мы до конкурса сделали кинокамеру. Она из коробки под обуви и штаканчика. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.